Работу над ошибками предстоит провести мэрии и подрядчикам. В понедельник активисты Народного фронта и специалисты управления ЖКХ проверяли состояние дворов, благоустроенных в прошлом году по программе «Комфортная городская среда». Вот территория между домами 13 и 15 по улице Летчика Захарова. Здесь оборудовали детскую площадку, заасфальтировали пешеходную дорожку. Правда, вот заканчивается она весьма неожиданно. Подрядчик утверждает, что место, до которого класть асфальт, определяли сами жители. 1 400 000 рублей потрачено на озеленение. Деревья, кустарники, многолетние цветы и мавританский газон только на бумаге. По озеленению очень много было вопросов, потому что 1 400 000 потрачено на озеленение этой территории, и пока она не радует глаз, так скажем. Часть растений не взошло, газон тоже мы не видим, чтобы были какие-то изменения в лучшую сторону. Клумба, она вообще не похожа на клумбу, она даже не сформирована. Поэтому сейчас претензионные работы будут к подрядчикам, у администрации города. Правда, к жителям вопросов не меньше, чем к подрядчику. Ждать цветущего сада, сложа руки, бесполезное дело. На очередном совещании с управляющими компаниями мы вопрос обозначим. Мы в рамках двухмесячника уборки города будем просить, чтобы управляющие компании совместно с жителями провели субботники. И не только на этой территории, а на всех территориях, которые еще остались не убраны. Ну и особое внимание, безусловно, обратим на территории, которые были благоустроены в рамках программы в прошлом году. На Жарова 8 ситуация аналогичная. Правда, газон здесь все же взошел. Металлические ограждения за зиму успели заржаветь. К тому же заборчики установлены очень близко к детской горке. Непродуманно, ребенок, заигравшись, может налететь на металлическую конструкцию. В этом году подобных недоведенных до ума проектов не будет, обещают специалисты мэрии. Привлекли профессиональных проектировщиков, и все вопросы, которые возникают, мы их снимаем на этапе проведения обсуждения общественной комиссии. Вы, наверное, уже были на всех этих комиссиях и слышали, что у нас комиссия единодушна в этом году, и вопросы, которые возникают, они уже решаются здесь. И комиссия уже утверждает готовый дизайн-проект, и никаких уже отступлений в процессе работ уже в этом году не будет. Специалисты администрации с наступлением тепла объехали уже больше половины благоустроенных в прошлом году дворов, а их, напомним, 24. Недочеты серьезные и не очень есть практически везде. До конца июня подрядчик обещает устранить замечания. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.